Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. И как всегда продолжаю, друзья, делиться с вами информацией, мое видео носит только информационный характер. Сегодня хочу напомнить вам о двух буксах. Это Dogebooks по сбору Dogecoin и Litecoin по сбору Litosh. Сегодня хочу сделать вывод в режиме онлайн. Буксы работают, платят, довольно-таки неплохие буксы. По выводу у меня видео. Значит, у меня на балансе 51 док. Нажимаю виндрав. Вывод идет на микрокошелек Faucet Hub. И в настройках не забываем прописывать вот здесь. Так. В настройках сеттинг я показывала прописать платежные реквизиты. Значит, сюда я прописываю так. Минимум здесь на вывод 0.27 догов. Здесь очень долгие буксы. Вот в этом много рекламы. И как раз за один сбор собрали. И можно сразу выводить. Там более чем достаточно будет монет на вывод сразу. Так, сейчас я рекламку закрою. Значит, у меня 51 монета. Вот так я поставлю на вывод, скопирую. То прописываю. У меня вот адрес стоит по умолчанию. Вставляю сумму. Сюда я прописываю пин-код. Поставлю на паузу, так как он высвечивается. И сделаю вывод. Потом продолжу. У меня загорело зелененьким, значит, все в порядке. Монеты вывелись. Нажимаю History. И все. Вот. Значит, 24.09. Мои монетки на Faucet Hub пришли. Идем на микрокошелек Faucet Hub. Я перезагружаю страничку. Грузить быстрее, пускай снизу. Так, еще ниже. И вот мои доги Coin ADS от доги 50 догов 43 секунды назад прибыли на микрокошелек Faucet Hub. Сейчас я вам покажу, что здесь очень много рекламы. Вот ПТС я только здесь сижу. 22 рекламки. Друзья. Видео мне недоступно. Видео я не могу смотреть. Ну а расширение через расширение VPN менять, чтобы меня забанили. Мне достаточно этого. Здесь вот по одному долгу 1.40. Ну, сбор 1 долг. По 10 минут, как бы, более достаточно. И Litecoin. Также вот у меня сумма. Значит, 0.20 441501 литоша. Так, нажимаю вывод средств. Значит, здесь что у нас? Здесь можно майн баланс. Я выбираю, что Player сможем. Ну-ка. И что минимум Litosh. Смотрите, как здесь можно. Мой баланс. 0.20. А здесь Litosh можно на Perfect Money, например, да, выводить. Смотрите. 0.01. И, наверное, на Player то же самое. 0.01. Ну, неплохо. Я на Faucet Hub буду это все выводить. Значит, Faucet Hub. Минимум 0. Такая сумма. Здесь сколько нулей? 1, 2, 4 нуля. Это 1000 литоши минимум. Значит, у меня что? Я сумму-то не скопировала. Вот я луна. Какая у меня там сумма?
Надо сумму прописывать. Так вот у меня моя сумма 0. Вот так я поставлю. Копирую. Опять нажимаю вывод. Сюда прописываю. Так. Летовши свой баланс. Так. И добавляю вывод. Так. Что мне написали? Вы должны настроить свой идентификатор учетной записи. Так, секундочку, сейчас я поставлю на паузу. Значит, у меня вот здесь не был прописан адрес, только вот здесь. Интересно, я выводила, что может, правило поменялось какое. Значит, копирую опять сумму. Так, так, скопирую. Нажимаю вывод. Так, я прописываю сумму. Ага. Ой, я думаю. Вау, сетхаб. Так, ну сумма у меня вроде бы прописана. Дайте-ка я еще сейчас. Ага, вот у меня баланс. Нажимаю вывод. Подтверждаю. И все, загорелось зелененьким мои монетки на кошельке. Все, зеленым. Так, идем опять. Значит, вот здесь вот долгий у меня вывод. Теперь я перезагружаю страничку. И Литоши. Лайткоин АДС. Вот моя сумма. Джустнов. Прибыла на Фаусетхаб. Кому интересно, друзья, пользуйтесь. Экран, два бокса довольно-таки они неплохие. Здесь вот очень много по сбору этих литошиков. Можно все просмотреть. Но я только, друзья, собираю вот ПТСки на просмотре рекламы. А там уже остальное, кого заинтересует, уже сами просмотрите. Здесь вот довольно-таки не так, как догов, конечно, но тем не менее по 500 литошков. Это 1,5, 2, 2, 500, 3, 3, 500, 4, 500 литошков. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.